Всем привет, друзья, меня зовут Флоки, и добро пожаловать на новенький ролик по игрушке Мистер Мид. Мы продолжаем играть в обновление, я очень-очень редко в последнее время снимаю видосики, но я наконец-таки дошел до этого момента, что я посмотрю, что же все-таки будет, как же все-таки будет Мистер Мид реагировать, точнее, взаимодействовать с ученым и с его дочкой. Вот будет ли он их как-то убивать, я не знаю. Короче, с ученым должно это быть, но как это будет с дочуркой, я вот хочу это немножечко по-разному попробовать, потому что, ну, она обычно же убегает, а если мы ее, допустим, в сарайчик посадим, и она там будет кушать, у нее же, наверное, не получится убежать. Типа там же уже все это залагивает, типа, ну, как бы ты уже не можешь здесь эту корзину с яблоками. Так что, мне кажется, будет что-то интересное. В любом случае, давайте все это дело сейчас сделаем. А я в очередной раз не буду собирать этот, как его, балерину, шкатулку. Вот, я попробую вот этим вот способом, как я, в принципе, и в последнее время делаю. Ага. Окей. Вот сейчас должно, в принципе. Нет? Ага, понял, принял. Фух, ребят, наконец-таки я это сделал с молоточком. Это было капец как трудно. Не знаю, я уж подумал то, что баг пофиксили. Но нет, не пофиксили, но стало намного сложнее. Либо мне просто, короче, сегодня не хотело вести. Ладно, погнали, короче, делать обычное прохождение. Все будем делать как обычно до того момента, пока у нас не зайдет там ученый в этот сарайчик вместе с девчонкой. Хотя, я вот думаю, наверное, да, все-таки в любом случае нам надо, чтобы он его привел там туда-сюда. Ну как они взаимодействовать будут? Точнее, чтобы я его привел туда-сюда. Вот этого я пока что не знаю, как они реально будут взаимодействовать. Это пока что под вопросом. Ну, девочку мы уже, считайте, сейчас выпустим. А, так, подожди, не туда пришел. Это достаточно все просто, особенно с багом, все быстро делается. Да, ну, конечно, когда баг быстро срабатывает, а когда он не быстро, то это фигово. Так, записки не нужны, в принципе. Секретную концовку мы уже делали. Так что нам реально особо немного-то надо. Нам только эти нужны щипцы. А, клещи точнее. И в принципе все. По идее. Так, сейчас надо шкив еще притащить. И реально дальше уже сам что хочешь делать, в принципе. Мы все остальное, что надо, сделали. Но у меня есть еще вопрос. А игра типа... Если мы все обломаем, то как оно... Не знаю, мы типа уже не сможем вообще эту концовку сделать. Или как это будет? Вот этого я не знаю. Вот поэтому это интересно на самом деле попробовать. Так, окей. В принципе это готово. Ну теперь осталось в принципе перебраться в сарайчик. Но без этих вот клещей, да, мы не сможем. Или как вообще правильно это произносить? Так показалось. Не то. Я на самом деле без понятия, где оно. Нам еще, кстати, нужен зеленый ключ. Ну, по идее-то. Мы же к ученому так не пройдем. А так, подвальчик, все вот это вообще можно не открывать. То есть тут полный расслабон в этом плане. Но реально, надо сейчас будет все-таки клещ найти как-нибудь. Ну, без них реально же вообще не получится. Вот только где они могут быть, вот этого я вообще не знаю. То есть место может быть вообще рандомное. Кусачки-то, да, они, ну, часто вообще тут. И либо в каком-нибудь шкафчике. Кот, кстати. Но эти выдергиватели шурупчиков, фиг его знает. Не шурупчиков, гвоздей там вроде. Может, на втором этаже где-нибудь? В каком-нибудь ящике? Потому что на первом я все проверил, в принципе. Вот тут вот, может? Не, нифига. Так, здесь тоже ничего. А, может быть, здесь? Так, так. Нет, тоже ничего. О, во, все. Так и думал, что где-то в таком вот месте. Эй, подвинься. Ага, нормально. Ну и все, в принципе. Всю, так сказать, сложную часть сделали. Сейчас остается самое интересное. Как оно все будет взаимодействовать. Такие вот дела. Так, рация. Ага. Давай. Все, 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 все. Поболтали. Нужно поговорить. Мы приведем ему девочку, и все, в принципе, будет окей. Как бы, ну, если, конечно, как бы
он не убьет их до. Мне нужно успеть довести, я все-таки думаю. Ага. Мне нужно все-таки довести, получается, их до сарайчика и потом только это делать. Вон он ходит. Я без понятия. Ага. Окей, а он его не убьет, если он его заметит случайно, или он не убежит там? Я бы этого не хотел. Надо мне этот, вырубить его для начала, мистер Мита, все-таки. Чтобы их привести в сарайчик, а потом уже вести мистер Мита к ним, туда. И посмотрим, что будет. Вот такой вот план, но я реально без понятия вообще, что должно из этого получиться. Самое тупое то, что я вообще не знаю, где дочурка. Вот прям вообще. Куда-то убежала. Черт, он убежал, а я девочку не успел привести. Вот тебе на. Это было тупо. Погнали еще раз вызовем тогда. Надо без бага. А он убежал за мистер Мита или за чего он убежал-то? Вот это я не понял. Но мистер Мит вроде рядом со мной был. Че за фигня? Я немного не понял прикола. Ладно, берем корзинку с яблоками. Давай, Ребекка, погнали. Э? Что? Ну ладно, это было странно, но окей. Так, давай немножко пошустрее. Она, кстати, ничего не говорит, молчит. Странно немножко. Ну ладно. В принципе, пофигу. Нам главное сделать все как надо. То, что она не болтает. Ну, может, баги какие-то. Может, когда подойдешь к ней. Нет, смотрите-ка. Она сегодня вообще ничего не говорит. Возможно, какие-то баги, потому что в прошлой части у меня ученый не разговаривал, но сегодня он разговаривает как раз именно в моменте в одном, да? Ну, я про прошлую часть сказал, типа, почему это не болтается, а то болтается. Ага. Все, окей. Так. Все. Ну, думаю, в принципе, сейчас он должен отреагировать. Давай. Опа. Все. Ну давай. Как это будет? Все. 2 минуты. Ох, он, конечно. Вот она сейчас заболтала, кстати. Мне кажется, мы не успеем. И мы сейчас увидим, как он его грохнет. Я так думаю. Сейчас мы очень опасно, на самом деле, мутим. Ну, посмотрим, как это будет. Ну, я не верю в то, что он сбежит, типа, обратно, как-нибудь через калитку выпрыгнет. Фиг его знает. Так что это будет реально интересная тема. Мистер Мит валяется, по-моему, еще. Мы успеваем. Тихо-тихо-тихо, не гунди-ка. Мы, по-моему, все успеваем. Я думаю, сейчас должно. Слышу. Мистер Мит ходит. Давай-давай-давай. Тихо. Так. Все. Ребят, сейчас самое интересное. Я понять не имею, что сейчас будет. Так, мистер Мит. Ага. Ну все, смотрим. Будет, походу, сейчас жесть. Тихо. О! Чё? Он его не убил. О! Он убежал через калитку. Атена, нифига себе. Они все разбежались. Так. Не понял. Нормально. Это совсем, короче, не то, что я ожидал. Прям вообще. Я думал то, что он начнет расфигаривать их всех. Но он не ударил, ничего не сделал. Хм, странно. Ладно, тогда я вызываю сейчас еще раз этого ученого. И у меня появился еще очень интересный план. Я попробую, получится, нет вообще. Куда дочурка убежала, тоже под вопросом. Ща. Если он через эту калитку убегает, я смогу через нее выйти в момент открытия? Как думаете? Мне кажется, вполне реально. Отдохнешь? Отдохнешь. Кто тебя спрашивает? Так. Давай. И яблочки. Яблоки остаются, и они кликабельные, в принципе. Куда убежала Ребекка? Убежала капец как далеко. Она еще и зависла в шкафу. Ага. Все, давай. Ну, пофиксили баг, а то она реально зависла. Могли бы сейчас этот, как его, так и остаться.
Надеюсь, ученый не успеет уйти, потому что шанс есть на то, что он свалит, в принципе. Мы достаточно долго тут ковыряемся. А может и нет, фиг его знает. Ладно, мы достаточно быстро передвигаемся. Ну, блин, реально, это очень странно. Я думал, он все-таки его убьет. Я прям надеялся на это. Но... Чё-то как-то нифига вообще. Давай быстрее, а ну что-то такая медленная. Прям жесть получится. Попробуем сейчас возле двери как-нибудь. Как это будет, я не знаю. Ну, честно вам говорю, я вообще без понятия. Кушай. Поболтаем. О! А сейчас уже не надо. Тихо. Ну, тогда сейчас, может быть, у нас получится. Погоди-ка. Давай-ка выбросим туда. Э! Ты куда? Блин! Что такое? Ладно, фиг с ним. Короче, я хочу посмотреть, как это будет. Почему они никак не взаимодействовали? Во-во-во-во. Надеюсь, он не побежит туда, потому что это будет тупо. Закроем дверь. Все, смотрим. Сейчас самое интересное, в принципе. Так. Что будет? Самого, наверное, ученого я убить никак не могу. Но я попробую вместе с ним выйти, а? Я надеюсь, то, что получится. Но это чисто по логике план. Как в реале будет, я не знаю. Может, он все-таки его убьет. Эй! Гад! Ты почему отсюда-то? А так дай! От обманщик! О, что? Что? Как он за карту вышел? Давай, закрывай дверь. Закрывай меня тут. Нет? Это как? А? Я не понял. И дверь открыта. Алло. Он... Мистер Мик пошел такой, погулял за карту. Нормально придумал. Вот это прикол вообще полный. Так. Нормальная тема. Ну, это я не ожидал. Нонсенс, короче, для меня. Он может через калитку свалить. А может также и отсюда. Я вообще... Чё за... Во, я хочу, чтобы меня мистер Мит вытолкнул. Можно так? Э? Давай. Чё, вытолкнешь? Не получается. Нет, самые интересные вещи туда улетают, а меня... Туда никак. Хоба. Э? Нет, ну это вообще фигня полная была. Ты погляди, как он туда выходит. Они это добавили такую функцию разрабы. Вообще капец. Мне не получается лично выбраться, хоть тут что-то не делай. Меня не выпускает. Может быть, если бы оно как-то закрылось. Но нет. Тут, короче, нет ученого. Где он вообще? Эй, уйди-ка. Все. Ну свали. По-моему, мы застряли. А-а-а, беда. Где дробовик-то? Дробовик вон. Иди отсюда. Отстань, блин. Что за... Давай как-нибудь в бок брось его, а? По-моему, у нас проблемы. Во. Обойдешь? Не. Походу все, ребят, он завис, как Ребекка, девочка эта. Точно так же. Я, в общем-то, все, что смог, попробовал. Я не ожидал то, что это именно так будет. Но, как было, так было. Да, отвянь ты уже. Он прям прилепился вообще никак. Прям вообще никак. Мне кажется, можно как-то тут выбираться за карту, что-то типа того делать. Потому что тут какие-то нереальные просто мувы. И от моего персонажа вот это... О! Наконец-то. От моего персонажа вот эта тема. А также и от мистер Мита, который может выходить. Ученый, который тоже погулять куда-то вышел.
Это жесть. А вообще, я помню, был баг. То, что вот эту деревяшку можно было закинуть и дверь успеть открыть. И типа... Хоба? Ну это фиг успеешь, да? Хоба! Не. Может быть, я вот подумал так? Как-нибудь. Хоба! Не, не успеваешь. Вообще не успеть. Хоп! Не. Это очень сложно. Так. Если так, хоп. Не, не успеть. Тупо не успеть. Тупо не успеть. Тут, короче, может быть, это пофиксили уже дело. Так. Хоп. Не. Тупо не успеваешь навестись. Это очень надо быстро делать. Хоба. Не. Фигня какая-то. Хоп. Ах, я думал, успел. И типа, тут он в тупике будет, и он не выйдет нифига. Так, давай, хоть что-нибудь получись, а. Да ёк-макарёк ты, а. Не, короче, это не работает. Ладно, в общем-то, ребят, как вы поняли, они друг друга никак не убивают. И попробую тогда со свинкой, может быть, какое-то взаимодействие. Может быть, она вынесет либо ученого, либо этого, как его. Не этого, а девочку эту. Вот, может быть, получится что-то в этом плане. Ну, короче, так как бы они с друг другом вообще не взаимодействуют. Полицейского он хотя бы по башке там треснул, тут умер и все. Но с ученым вообще все по-другому. Ученый поумнее, в принципе, как по логике, да, оказалось? Тут так не сработает. А, я же хотел ученого вызвать, точно-точно. Так, ща. Вызовем, посмотрим, смогу ли я через эту дверь как-то пройти. И может быть, типа... Мистер Мид спугнет, и меня эта дверь сама вытолкнет. Как вам? У центральных ворот фермы ждет ученый, среди с ним, пока он не убежал. Во! Так, и мы мистер Мида туда позовем. Он, короче, придет, и дверь закроется. Как думаете? Гениально, гениально. Ну только что-то... Ах, ты закрыл! Так. Ну давай. Что это будет? Я, короче, постараюсь сейчас. Тихо. Во! О-о-о! Он убил его! Капец! Я закрыл проход! О! Нифига, у него кровь там что ли появилась или что это? Капец! Он его убил все-таки! Это жестко! Это реально было жестко. Капец. Ну я этого не ожидал. Жесть. Я не знал, что такое возможно, но... Возможно, он дочурку свою вынесет, если ее как-нибудь заплочить или не дать ей убежать. Это жестко. Ладно, все-таки получилось. Жесть. Круто. Ладно, в общем-то, ребят, тут уже получилось прям то, что я хотел. Идеально. Тогда на этом все, не забывайте делать стандартные ютубовские делишки. Всем огромное спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока.